возможные неисправности. Один или несколько светодиодных модулей светятся только одним цветом, теплым или холодным, как в нашем случае. Отключаем питание и во всех модулях проверяем надежность соединения. Возможно, где-то соединение плохое. Подключаем, проверяем. Все работает нормально. Причина неисправности – плохой контакт. Все светодиодные модули светятся не той цветовой температурой, которую задаешь пультом. Нажимаем на пульте холодный свет, модули светятся теплым. И наоборот. В этом случае отключаем питание и проверяем правильность соединения двух проводов, выходящих из блока к модулям. Подключено неправильно. Фишка вставлена кверх ногами. Размыкаем и разворачиваем одну из фишек на 180 градусов. Подключаем питание, проверяем, все работает корректно. Холодный свет, теплый свет. Причина неисправности – неправильная полярность. Один или несколько светодиодных модулей имеют противоположную цветовую температуру. Светятся несинхронно. Проверяем. Меняем цветовую температуру пультом. Холодный свет. Первые модули после блока питания работают корректно. Светятся холодным, а последующие светятся теплым. Меняем на теплый цвет, эти рожки меняют цвет наоборот на холодный. В этом случае отключаем питание и проверяем правильность соединения проводов, после которого модули работают несинхронно. Так, видим, что фишки подключены неправильно. Переворачиваем одну из них на 180 градусов, чтобы пазы совпали плотно, соединяем их, подключаем питание, проверяем, все работает корректно. Причина неисправности – несоблюдена полярность при подключении. Далее, если вы проверили и все фишки подключены правильно, а допустим один модуль или несколько светится по-прежнему иначе, то это мы сейчас исправим. Отключаем питание и в соответствующем соединении аккуратно меняем полярность соединения, вопреки конструкции фишки. Подключаем, проверяем, все работает корректно. Причина – несоблюдена полярность, ошибка при сборке на заводе. Это действительно крайне редкий случай. Но мы во всем разобрались. На этом прощаюсь с вами. До новых встреч. Свет вашему дому.